Ну, скажу вам так, что сегодня мне особо хвастаться нечем. Я имею в виду погоду сейчас. Сейчас скажем, что нам богатырь говорит, порядка 18 градусов температура воздуха. Я так коротенько схожу к морю, просто показать вам обстановочку, что там как творится. Опять же, по колораж, потому что гулять далеко у меня сейчас времени нету. У меня там списочек на дзен-канале. Лазовской все в лоскутковом ролике вы увидите. Всю правду жизни. Так, что касается моего эксперимента, что-то я не понимаю, если честно. Вчера такой же был скачок на канале Лазовской все, поэтому теперь у меня нет главного канала на дзенах. Они оба главные. На одном одни ролики уходят, на другом другие. Кому надо, что надо, то и смотрите. Но ряд роликов на ютубе выходить не будут вообще. Там вообще я сегодня на ютуб так сильно обиделся. Там не только ютуб, конечно. Попозже посмотрите ролик, тоже снял коротенький с компьютера. Там просто пипец. Все ролики мои уходят на какие-то лазерские сайты, не лазерские сайты, там полностью прям берут сразу, копируют себе, вставляют рекламу, ну и зарабатывают. Там, видимо, реклама смотрят по-любому. Итак, лазерская. Начнем все-таки про нее говорить тоже. Сегодня пасмурно. И как-то так, не то чтобы холодно, но свежо. 18 градусов, как бы не май месяц. Сомневаюсь, что сейчас кто-нибудь загорает на пляже. Очень сомневаюсь. Но осуществить прогулочки куда-нибудь, допустим, в горы, сейчас самое милое дело, не жарко. Хотя, вы же понимаете, когда солнце светит, правый глаз, то приятней смотреть на водопадики. Там игра будет воды и света. Собаки везде валяются. Там одна под машиной, одна здесь. Потихоньку открываются торговые точки, вон тоже конкуренты наши, потихонечку, и продуктовые точки. Привет, привет. Чем-то запахло сладким, вкусно сладким. Резиновые тапочки, одежда, все, бизнес возвращается. О, автомобиль, пожалуйста, вам из Беларуси приехал. Завен на боевом посту. Сегодня этот мой детей, купающихся, мы с вами не увидим. А вот на пуфиках позагорать, почему нет? А все-таки нет. Пуфиков нет. Люди одеваются потеплее. Скоро, я так думаю, во второй половине мая мы увидим с вами платформу Андаданса. Я уже встречал сегодня Макса. О, вчера. Вот такое вот море. Доски откуда-то приплыли. Все, окончание падежи перестали у меня как-то так правильно воспроизводиться. Вот такие дела, друзья мои. Такой вот денек. Не май месяц, хочется сказать, хотя май месяц. Некоторые дни в апреле были даже намного интереснее. О, восточная лавка открывается потихонечку, уже тоже в духе парфюм. Я с ребятами общался, с хозяином. Они реально граждане Египта. Ну, из Египта точно. Восточной внешности парни. И продвигают свою продукцию. Я помню, им фараона вырезал как-то там, когда еще работал на станке там в офисе. Как-то так. В общем, такой вот денек, друзья мои. Всем говорю до свидания. Всем пока. Коротенько сегодня. Хвастаться нечем.